Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Урал-Дача, урожайный сад и огород. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как повышать плодородие земли после сбора урожая. Рассмотрим мы с вами грядку, на которой был посажен горох. Кстати, надо отметить, что именно эта грядка будет самая хорошая у меня в следующем году. Горох относится к семейству бобовых и имеет большую ценность не только в качестве получения урожая, но и несет огромную пользу земле, так как на корнях данных культур образуются клубеньковые бактерии. Они живут с бобовыми растениями в симбиозе, то есть приносят друг другу взаимную пользу. Из всех живых организмов только бактерии нескольких родов способны к фиксации атмосферного азота. Наиболее известная из них – это симбиотическая бактерия Rhizobium, которая образует клубеньки на корнях семейства бобовых и некоторых других растений. Азот – один из самых важных элементов для питания растений. Он входит в состав сложных соединений, из которых строится белок, придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и стеблей, продлевает цветение. Еще в 1866 году известный ботаник и почвовед Михаил Степанович Воронин увидел в клубеньках на корнях бобовых растений мельчайшие тельца. Воронин выдвинул смелое для того времени предположение. Он связал образование клубеньков с деятельностью бактерий, а усиленное деление клеток ткани корня с реакцией растения на проникшие в него бактерии. 20 лет спустя голландский ученый Бейрлинг выделил из клубеньков гороха, вики, чины, фасоли бактерии и изучал их свойства, проверив способность заражать растения и вызывать образование клубеньков. Таким образом, мы смело делаем вывод, что грядка, на которой рос горох и другие растения семейства бобовых, будет наиболее ценная для следующих культур, высаженных на нее. Но не стоит забывать и о том, что любая земля после сбора урожая не должна оставаться открытой. Ветра, дожди и другие природные явления будут разрушать верхний гумусный слой почвы. А вот если землю прикрыть органикой, то при ее разложении почвенные микроорганизмы, черви, насекомые начнут перерабатывать и будут создавать вам гумус, делая землю плодородной. Основная наша задача заключается в том, чтобы после уборки урожая не оставлять почву открытой. Если у вас есть в запасе 2 месяца теплой погоды, смело сейте сидираты, но преимущественно холодоустойчивые. При отсутствии такой возможности укрывайте землю органикой в качестве ботвы от собранных урожаев, а за неимением таковой – всеми подручными приспособлениями. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новую нашу полезную информацию. Богатых вам урожаев и, конечно, до встречи!